25 сентября исполнился ровно один месяц, как одесская полиция приняла присягу. Всего 392 копа. К ночи на первое патрулирование выехали не все, только 4 десятка экипажей. В каждом по 2 патрульных. Обучались копы по ускоренной программе около 2 месяцев. В Одессе первый набор стартовал еще 20 апреля. Тогда всего за один день заявки подали около 100 человек. Сейчас, после второго выпуска, состоявшегося 21 сентября, личный состав городской полиции насчитывает уже 475 копов. К концу года их должно стать около 1000. Все не старше 35 лет. Каждый пятый коп – девушка, и только каждый десятый – бывший милиционер. После Киева и Львова Одесса стала третьим украинским городом, где на улице вышла новая патрульная полиция. Четвертым был Харьков, пятым станет Ужгород. Наборы новобранцев продолжаются в десятках других городов по всей стране. На место вызова патрульные прибывают в течение 7 минут. Таков стандарт. Кроме возможности защищать закон, полицейским предлагают неплохую, как для нынешнего времени, зарплату – около 8000 гривен. Предполагается, что к завершению реформы Министерства внутренних дел к 2017 году на 100 тысяч человек населения в Украине будет 222 полицейских, то есть около 120 тысяч по всей стране. Сейчас их чуть более 4 тысяч.